У нас есть три электрошокера, которые мы сегодня на мне испытаем. Простенький, самый слабый для девчонок. Тебе понравится? Это средний. Ну и вот это вот самый убойный. Как же мне не хочется с ним встречаться. Ну так, смотри, покраснел немного. Да? Ну, в принципе, я бы не сказал, что это как-то сильно больно. В любом случае, уйди от меня. Давай я тебе так сделаю. Не, мне не надо. Сумку отпустишь. Если хватаешь сумку, и тебя бьют шокером, отпустишь, это однозначно. И вот меня в большей степени пугает вот эта вот просто психологическая атака вот этими искрами и щелчками. Ты как хочешь-то? На раз, два, три или неожиданно? Ну, как лучше тебе? Собака. Ну ты как-то не это. Честно скажу, после этого я бы тебя навалял. Вот реально, если ты вот так вот мне сделал в парке. Вот этот удар я бы сравнил с такой хорошей сливкой, когда вот так, вот, знаешь, вот берут, вот так прям такой щипают и вот так вот еще вот. Ну отходи. Я думал, ты играешь, Сань, извини. Тихо, не дергай. Ну, тебе надо встать, наверное, чтобы я их вынул. Давай. Да вот это уже было хорошо.